Рыба краснейшая просто вообще. Ну, с одной стороны уже корочка золотистая пошла. Ребятушки, всем привет! Ну что, обычная процедура, забираем нашу лодочку с буйка. В этот раз, несмотря на то, что я в гидрокостюме, я поплыву на вот этом тузике. Кстати, он так называется, тузик, прикиньте. Вот, сегодня задача максимум у меня, короче. Самая главная задача, это у нас горбуша. То есть взять ее, пока она свежая. Наконец-то она к нам зашла. Вот, ну и видите, это на краба контейнера, лицензию я тоже на краба взял. Я не знаю, успею, не успею краба, но хотелось бы еще успеть заскочить на участок, покидать там удочки и там достать краб. Но это уже второстепенная. Самая главная задача – горбуша. Поплыли за лодкой. Погодка, ребятушки, конечно, как всегда, на севере нас не радует. Но, тем не менее, у нас другой погоды нет. Сейчас вот плюс, не знаю, плюс 8, наверное, на улице. И... ну, что делать, северный ветер и так далее. Так, ладно, сейчас я жду своего друга, а в это время разбираю тут все, в лодке надо чуть-чуть разобрать, чтобы распределить немножко вещи. И поедем мы на речку. Речка у нас не лицензионная, ну, вы знаете, что горбушу можно ловить в любой реке, ну, в устье я имею в виду. Там уже на нересте ее нельзя ловить, там, где когда она уже зашла, а вот в устье, тут вот на заходе, в море 50 килограмм, а на заходе в речку 25 килограмм можно ловить. Нас двое, так что можно 50 килограмм наловить, ну, короче, много. Вот такие вот дела, хватит болтать уже, надо стартовать. Не стоит. Вот, что касается надежности, мне еще ни разу не подводил.
нас вообще желание уже отпало. Thank you.
клев. Ну, конечно же, не так много, как хотелось бы. Икорки чуть-чуть. Вот сейчас мы ее обработали уже, рыбу. И какую-нибудь сейчас пожарим. Что делать-то? Потому что еду мы с собой не взяли по-спартански. Что поймали, то поели. Вот. Юр, доставай этот самый плитку. Сейчас мы разложим столик, тут наведем порядочек. Чик. Опа, кухня готова. Да. Зашли мы в бухту небольшую. Тут вот от ветерочка спрятались, чтобы у нас огонь не задувало. Рыба краснищая просто вообще. Капец. Ну, видимо, что вот она вот-вот-вот только-только заходит. Вот это лишнее. Только заходит, и поэтому ее даже сейчас от семги не отличить. Она вся серебряная, вся красная, икра мягенькая. В общем, надо ее сейчас брать. Если подождать 2-3 недельки, она станет лопатами такими здоровыми. У них носы появятся. Ну и, в общем, уже смысл от нее будет ноль. Так, давайте в муку. И на сковородочку. Так, где? Обваляли. И там сюда. Опа! Понеслась. Зареха. Так, и пойдем в следующий уже этот самый. Давай, обваливай. Ух, красотища. Красную рыбку. Я в этом году, если честно, первый раз буду пробовать вот красную рыбку. Оп, вот тут у меня в луке пальцы. Такую свежую, что прямо только что плавала, и бах, ее на сковородочку. Ау, класс. Ну, с одной стороны уже корочка золотистая пошла. Ну что, ребятушки, приятного аппетита. Сейчас мы рыбочку с соусом. У меня соус я с собой взял. Вот. Красота. Просто пальчики оближешь. И, конечно же, пивасик. Пивасик вообще универсальный напиток. Пивасик. Весело пивасик, грустно пивасик. Всегда пивасик. Так, ну ладно, ребят. Я думаю, вам понравилось видео. Там, кто понравилось, обязательно ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите свои всякие разные комментарии. Мы тут пока дожариваем еще 2 кусочка рыбки. И идем домой, в принципе. На этом это видео заканчивается. Но следующие видео будут еще интересные, поэтому подписывайтесь. Обязательно трогайте свои колокольчики, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока.